Друзья, меня зовут Сергей, я приветствую вас на канале Year-End Company. Сегодня я хочу вам показать одну очень необычную штуку. Как говорил когда-то один из классиков, хочется иногда иметь что-то для души. Так и я сделал себе для души вот давно задуманную идею. Это, если так можно сказать, лук и гибрид. Однажды в одном мире были лучники. Автор описал их как лучников с асимметричными луками, но почему-то техника стрельбы у них была описана как английская. Меня это очень заинтересовало. Я решил сделать такой лук и попробовать его. И вот что у нас получилось. Итак, у нас получился лук, сделанный по образцу и подобию японских больших луков Юми, но немножко короче и приспособленный для стрельбы английским хватом. Сейчас заденем тетиву и попробуем. Лук очень похож на японский юми, но чуть покороче. Лук асимметричный, рассчитан на вытяг европейский, то есть где-то примерно на 32 дюйма. Вот, то есть можно использовать к нему стандартные стрелы. Что мы и попробуем сейчас. Ну что ему сказать, мне нравится. Очень интересный лук. Я думаю, весь черный лес от него был бы в восторге, а игрался из дома черной луны вообще. Спасибо за внимание. Удачной всем стрельбы. Ждем вас на нашем канале.